Аватар, трейлер. Так, это что-то должно быть такое, связанное с фильмом. Это сейчас 100% вот эти вот будут, типа такие кошки там вот эти. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Так. Ой, сейчас, наверное, все красочно, красиво будет. Да-да-да, летающие пи***ки по-любому должны быть, 100%. Ля. Остановлю, скажу от себя кое-что. Мое мнение, что здесь будет просто... Настолько красочный, настолько разнообразный мир, если делается игра, то Horizon Zero Dawn должно вообще просто, я не знаю, заплакать просто в стороне. Почему? Потому что здесь просто, блядь, полет фантазии, он не ограничен. Вот тут, я не знаю, тут можно добавлять и добавлять и добавлять. Тут я вообще бы открытый мир сделал, вот по чесноку. То есть, ну, это просто полет фантазии. Реально. Сникт. У каждого свое мнение, мужик. Я сказал свое. Ля-ля-ля-ля-ля. Блин, а мне нравится. Прикольно. Такая графика в игре будет, это вообще забей. А мне нравится. Интересно, интересно будет посмотреть сам геймплей. Пока ничего сказать не могу. Блять, не хватило немножечко вот этих вот красок. Знаешь, где вот все хочется трогать. Где вот, знаешь, вот прям вот, вот как женская грудь. Вот ты прям вот понимаешь, вот к ней тянешься, к такой красивой. Вот, 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 я не знаю, вот прям хочется вот потискать. Я не знаю, как вот у меня моя всегда дома. Вот я ее что-то хочу постоянно вот так вот, понимаешь, так. Вот, чего-то маленького не хватило. Вот чуть-чуть, но не сильно. То есть в целом жду именно игрового самого процесса. Как это будет реализовано, вообще пока ни хера не понятно. Так что как-то так. В чем тут смысл игры? Ну, я так понимаю, тоже будет противостояние типа людей, вот этих вот машин. Просто я, блядь, не понимаю. Они сделают мультиплеер, либо они, наверное, сюжет сделают. Ну, типа, это правда интересно. Пока вообще ни хера ничего не понятно, но на всякий случай я передернул. То есть, ну, на всякий, так, ну, чтоб. Осознавая, что игру делают Ubisoft, то ждем Аватара. Да? Бля, я что-то пропустил. Ну, все, ждите. Ждите. Я понял. Все, я понял, какой будет Аватар. Скорее всего. Бля, я что-то на это внимание не обратил. Вот это вот была моя ошибка. Я понял. Ага, угу.